Давайте вернемся на дно, то есть даже не, не вернемся на землю, а <laughs> прямо вот из космоса мы вернемся в российскую политику, в ее ча часть связанную с выборами, это, это, это как-то вот мы ниже Марианской впадины, ниже ее дна, потому что там прямо все плохо, я вам хотел рассказать про последние рейтинги так называемых кандидатов, поскольку каждую неделю мы готовим для вас честную социологию, ну, давайте посмотрим, что-то изменилось там или не изменилось, если бы выборы были бы... В это воскресенье как бы проголосовали те несчастные, которые пойдут, которые ну, настолько обмануты, что все-таки пойдут на эти избирательные участки. Первый слайд. Вы видите, что а, по-прежнему... А, 80% рейтинг Путина, рейтинги Жириновского и Грудинина практически не изменились, это 7%, 8%. Собчак, Титов, Явлинский совершенно такие незаметные нам персонажи, их вообще не видно, 1% в районе статистической погрешности. По-прежнему единственная такая, ну не интрига жалкая, недоинтрига, маленькая, убогая, это кто же займет Второе место Жириновский или Грудин, ну, я не знаю, интересно вам, кто займет второе место? Ну, наверное, интересно, потому что если все-таки займет второе место, КПРФ и Грудинин займет, не загнется. А если Жириновский займет второе место, он типа там воспарит и будет очень крутым. Вот сейчас у Грудинина все-таки 8%, у Жириновского 7%, но с учетом статистической погрешности это все равно один и тот же результат. Антирейтинги давайте посмотрим. Антирейтинги э, такие же сохраняются, такая же динамика. Ну, то есть не то, что такая же динамика, не происходит ничего. В этой избирательной кампании не происходит ничего, поэтому все то же самое сохранилось. У Собчак совершенно гигантский антирейтинг. Ну сложно сказать, он вырос или упал с учетом погрешности. Он примерно такой же остался. Явлинский, второй по непопулярности политик. Потом идет Жириновский. Ну и дальше уже с большим отставанием Грудинин, Титов. Путина все очень любят, а скорее даже боятся сказать о том, что они э, его не любят, потому что ну, уже на таком этапе наша страна находится, что люди по телефону незнакомому человеку не готовы сказать мы не любим Путина. Следующий слайд более интересный. Давайте посмотрим. Мы в опрос добавили вопрос о том, вообще видели ли вы какую-то агитацию. То есть кого вы замечали, кто агитирует вас, кто что-то делает. И а, выяснилось, что 76% людей вообще не замечают никакой агитации, никаких кандидатов. Ну, что чистая правда. Я тоже, например, не вижу никакой агитации. Я довольно внимательно слежу. Я, я вижу билборды за Путина, которые охраняет милиция сейчас в каждом городе. Все остальные не делают примерно ничего. Ну, какие-то небольшие, маленькие ролики в Ютьюбе, какие-то трансляции, которые смотрят 20 человек, 30 человек. Грудинина, там, Путина заметили 15%, видимо, эти же билборды. 8% респондентов сказали, что заметили агитацию Грудинина. Жириновского тоже самое, 8%. 7% увидели агитацию Собчак. Явлинского 3% заметили, Зюганова забавная вещь, что 2% каким-то образом заметили агитацию Зюганова, Титова 2%, Миронова тоже не участвующий в выборах, 1%. Но самое интересное мы видим в правой, в правой колонке. Это как раз для вас идеальный просто идеальная иллюстрация того, что, во-первых, на эти выборы ходить не нужно, потому что у них нет никакого смысла, никакой борьбы. А во-вторых, это объяснение того, почему мы делаем правильные вещи. Мы задали вопрос людям о том, что слышали ли они про нашу общероссийскую акцию 28 января. 9% людей довольно четко знают, что такое было 28 января, и 25% людей что-то слышали. Это, ну, несмотря на то, что 66% людей нам говорят, что они ничего не слышали про митинги 28 января, все-таки значительное количество людей, я бы сказал, какое значительное, огромное количество людей знают про митинги 28 января. Это потрясающий результат, мы сами этого не ожидали. Это очень много. Давайте посмотрим на следующий слайд. Если перевести в абсолютные числа, в миллионы людей, 40 миллионов людей знают или что-то слышали, а 12 миллионов людей знают конкретно о требованиях нашего митинга. И 5 миллионов людей, ну как получается такая воронка, они поддерживают требования участников забастовки. Ребята, это, ну как бы это знание, большая награда нам, всем, кто активно работает на забастовку, кто ходил на эти митинги, кто распространял о них информацию и так далее. Мы видим, что несмотря на то, что все абсолютно блокируют, ни одного слова по телевизору, ни одного слова в крупнейших газетах, а, несмотря на то, что все администрации всей страны занимаются тем, что блокируют мероприятия, вся полиция всей страны занимается тем, что блокируют мероприятия, про это знают миллионы людей. Большое количество. Слушайте, 5 миллионов человек поддерживают, впрямую поддерживают Десятки миллионов знают о том, что происходит. Это говорит о том, что наша деятельность крайне-крайне эффективна. Давайте и дальше развивать этот успех. Я просто еще раз хочу напомнить, что наша социология очень честная. Мы никогда не мухлюем ни с одной цифрой, потому что знаем, что если мы начнем как-то вас обманывать или что-то там передергивать, вы перестанете поддерживать эту социологию.